Приветствую вас на канале Flower Girl Stories. Меня зовут Света, я делаю цветы из фоамирана. Цветы из фоамирана существуют уже несколько лет, и чем больше людей узнает об этом замечательном материале, тем больше пользуется он спросом. Фоамиран – эластичный материал толщиной 0,6-0,8 мм, немного напоминающий бумагу. Название фоамиран происходит от слова «фом», «пена» и «иран» от страны производителя. При нагреве фоамиран легко формировать вручную. Материал очень мягкий и легко режется ножницами. К примеру, для создания лепестка розы я вырезаю квадрат из белого фома. Отрезая три угла, придаю форму капли. Теперь фоамиран нужно подогреть. Для этого я использую свечи или зажигалки. Теперь быстренько подогреваем фоамиран, скручиваем его гармошкой и потрем между пальцами, для того, чтобы выпустить воздух. Лепесток почти готов. Теперь раскручиваем, растягиваем слегка пальцами, придаем форму капли. При помощи металлической бульки делаем углубление в нижней части. Зажигалкой помогаем себе загнуть верхний край и оформляем красивый лепесток. Скорее всего, вы видели подобные реалистичные, трехмерные и такие красивые цветы в своем Инстаграме, Фейсбуке или Пинтересте. Но, может быть, вы не знали и не понимали, из чего же они сделаны. А, возможно, вы даже слышали слово фоамиран. Оно было у вас на слуху, вы где-то читали, но не могли понять, что же это за материал и из чего сделаны подобные цветы. Фом – это уникальный материал для создания очень реалистичных и красивых цветов. Эти цветы можно использовать во многих проектах – скраббукинг, аксессуары для волос, домашний декор и многое другое. Этот материал совершенно не боится воды, и изделия можно стирать в прохладной воде. Но цветы из фоамирана ни в коем случае нельзя сушить при помощи фена, микроволновой печи или других источников тепла. Достаточно будет обсушить бумажным полотенцем и дать высохнуть самостоятельно. Вы только представьте долговечный букет из цветов, созданный на заказ.